Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Танколут. С днем Святого Валентина. В магазин. И что вы мне тут хотите предложить? Кислота. Ага, кислота. Серебряный сундук, тут ценнички. Все, как говорится, по желанию, ребята. Но я не буду ничего брать, я возьму 14 опыта, пожалуй, да? Бесплатного. Шикарно. Так, давай-ка посмотрим дальше. Так, получить 6 уровень и 9, чтобы открыть вот эти вот две. О, вот сундучок, это хорошо. Маленький, правда, да удаленький, надеюсь. Так, 21 золото. Оу, колеса редкие. Так, а терминатор. Ладушки и гемчики. Ага, у нас еще золото, 70 монет. Шикарно. И 4 кристалла. Все, ребята. Все, что могли на халявку взять, мы с вами взяли. Нет, мы, конечно, можем еще посмотреть видосик. И нам дадут что? Нам дадут 8 обычных легких траков. Будем смотреть. Я думаю, что надо, ребята, на халяву уж все-таки надо. Так, и вот мы получаем с вами легкие траки. Отлично. Алиса... А, Алина Скобля. Вот вы потратите, блин, 8 гемов, вы получите 8... карточка ее. Но мне она не нужна. Ух ты, давай-ка еще мой сундучок откроем. Так, золото, парад гранат, трицикл и все. Пум-пум-пум-пум-пум. Активируем тогда следующий. Разблокировать. 3 часа. На все про все у нас это уйдет. Ну что ж, давайте посмотрим, какие у нас режимы сегодня. Турнир ко дню Святого Валентина. Делись любовью. Новый турнир через 3 дня. Королевская битва. Охота за головами и турнир. Тап, чтобы собрать. Ребята, кстати, хотел сказать, что вот эти вот турниры, они не бесплатные. Они вот за такие вот билетики. А у меня что, нет билетиков ни хрена? Эй. А, вот, я получил. Я получил. А сколько нужно, чтобы, например... Ладно, давайте, наверное, вначале мы посмотрим, что за королевская битва. Если я не ошибаюсь, тут должен остаться в живых только один. Это как в Бравл Старс. Так, ну что ж, давайте приступим. Выживай и доминируй. Ё-моё, 12 соперников против меня будут выплясывать. Или я против них. Хорошо. Давайте подождем маленько. В принципе, должно быть быстро у нас здесь найтись. Вот они и 12 чувачков. Жесть сейчас будет, поверьте мне. Я поехал. Мне нужны сундучки вот эти вот, ребята. Вот эти вот сундуки. Мы с вами будем бомбить, собирать защиту и дополнительную атаку. В данный момент у меня только защита копится. Слушай, что-то мне не нравится. А где все? Там уже кто-то взрывается. Перезарядка, давай, перезарядка. Ну! Так. Кто-то наверняка здесь ныкается или нет. Опасно это все, на самом деле. Тебя могут половить вот именно в тот момент. Сколько у него там здоровья? Слушай, парень, а ты не припухли, а? Пора, по-моему, тебя угостить, малька. Ну? Да куда же ты бежишь-то? Оп! Офигеть! Я не знаю, ребят, что он такое сделал. Я понял, что я не выжил, но у него образовался какой-то щит. Мне это не нужно. Щит образовался, и я не смог его пробить, поэтому королевская битва, конечно же. Я не успокоюсь, пока не смогу выиграть. Блин, 510 кубков, ребят, я 23 кубка уже профукал. На этих экспериментах. Ладно, погнали дальше. Мне кажется, что это, ребята, снайпер Мосина. Так вот, бомбит. Опа, ты видел? Ты видел, что делает? Ты видел, что он сделал? Все, он зря это. Ну, убежал, говнюк. Зассал. Сидел специально, ребята, выжидал возле ящиков в кустах, чтобы я потратил свои выстрелы. Да-да, именно для этого. Эти все гады могут здесь стоять. Ага, попался. Наверное, попался или нет? Ну, есть. Отдубасил я его.
Давай здесь заберем. И все, в принципе, можно вот здесь вот стоять и ждать. Ждать подходящего момента или пока они друг друга перебьют. Смотрим. Блин, пока никого... Осталось 5. Ё-моё, зона сужается, ребят. Зона сужается. Тихо, вроде бы, спокойно. Вроде бы, да. Черт, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Зона охренеть как, ребята, сузилась. Буду стоять здесь и ждать. Чего ждать? Море погоды. Стопудово здесь все сидят. Осталось 2 игрока, то есть я и мой противник, да? У которого 7000 хп? Да ладно. Ребят, 7000 хп. Как вам такой вариант? Хиляюсь. Офигеть. Давай, давай, иди сюда. Так. Мы подождем, подождем зону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хана, по-моему, мне, ребят. Попался, к сожалению. Ну, у него, извините меня, 7000 хп против моих там 3 сраных. Ну что же, поехали еще разочек в бой. Я все равно пройду. Я эту королевскую битву сделаю, вздрючу. Да, может быть, придется вырезать что-нибудь, чтобы долго вас не томить. Но мне надо выиграть. Обязательно нужно. Может быть, конечно, надо поменять танк. У меня уже очень много, ребята, всевозможных ресурсов, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ты понял, чем он бомбит? Так. Слушай, нифига, что-то меня тут расколбашивают. Очень даже здоровски. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Ну, готовченко. Хлопчик добегался. Так, у нас зона сужается. Нам нужно сматываться отсюда. Предположим, возьму. Опс. Заныкались, если что, я здесь стою в кустиках. Меня не трогать. 3000 здоровья, почему так мало? Что это за... Такой никудышный танк у меня. А там, смотри-ка, и там стоит, и там стоит. Че это они встали-то там, э? Смотри, давай я вот сюда переметнусь. Минус. Слушай, может быть, это бот какой-то был. И вон там тоже, смотри, одинаковые абсолютно, ребят. В чем тут суть? Бот, видимо, какой-то. Ну уж больно круто был похож на бота, потому что он ничего абсолютно не делал. Осталось 4 игрока. Где этот хмырь может... Так, я вижу, кто-то там бомбит. 3800 здоровья. Ё-моё, мой суперудар, ребят, не сработал, нифига. Короче, давайте попробуем, знаете, что сделать с вами? Попробуем немножечко изменить наш танк. Предположим, что это у нас такое? Это напалм. Напалм мне не очень нравится. Так, 3 уровня. Может быть, вот этот взять? Сколько у него? 250 или сколько? Урон 227. У этого... Хрен его знает, сколько у этого. Так, смотри, в данный момент у нас, если мы выбираем 308, 250, я, предположим, выбираю, да? Выбираем теперь какой-нибудь трак.
Все почему-то берут вот такие вот. Ну давай, предположим, я 100 монет. Улучшаем. Еще могу, да, улучшить. Упс. Автомины. Открыта суператака. Новый уровень. Так, я получаю 5 уровень. 15 гемов плюс 50 карточек. Автомины. Ну ладно, предположим, автомины, да? Сколько он? Блин, ну атака-то все равно маленькая, 250. Командир, какой здесь командир нужен вот для этой пушки? Смотрим. Блин, ты посмотри-ка, все равно Козырев лучше получается, да? Но если нам улучшить... так, если я улучшу... Давай посмотрим. Пушка класса элемент. 227. Хрень полная, ребят. Надо выбирать Козырева. 250. Ну что, будем рисковать? Я думаю, что стоит. У нас, правда, с вами здоровье. Если вот, например, вот это вот взять. Сейчас, секундочку. Так, и вот так. Ёлки-палки, тут защиты дофига у нас. А тут скорость. Попробуем взять, как говорится, на скорость. Плюс у нас пушка. Давай-ка, наверное, охота за головами проверим, протестим ее. Ну, а потом уже отправимся. Блин, да, там, конечно, хитро все сделано. И надо будет на турнир, наверное, сходить. Глянуть, что там. Так, Тимми и какой-то король. Ну что, давайте, поехали. Ага, вот такая у меня, ребят, пуха, которая бомбит очень далеко. Я хотел вам вот это еще сказать. Это какой там дабл... Опс, тихо. Так, погоди-ка, тут хламон стоит. Готов, рассыпался. Так, дай-ка я подлечусь маленько. Нужно подхиляться. Так, разнесли одного из наших. Дудуш, двоих. Шикарно. Давай вот этого еще раз бомбанем. Он там ныкается, да? Он заныкался, ребят, где-то вот здесь вот. А-а-а, в кустах. Давай вот этих двоих. Минус. Блин, перезарядка не вовремя. А где мины, ё-моё, мои, которые мне должны были дать? Я не вижу их. Где мины, я спрашиваю, блин? Да что ж ты? Опс, 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 назад, назад, давай заднюю, 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 заднюю. Ух. Черт бы тебя побрал, не успел, ребят. Опа-на, а это кто? Кто это такая? Откуда она взялась? Я такой не видел героини. Тут какие уровни у ребят, а? Скажите мне, пожалуйста. Иди сюда, хлопчик. Мы с тобой поговорим по-другому немножко. Чё ты вылез-то, дурила? Слушайте, может быть, это мины как-то автоматически там, я не знаю, ребят. Но я их не вижу. Вот, видите, что-то стоит. Что стоит, не пойму пока. Бомбы мои еще рикошетятся. Вот что я заметил, ребят. Оу, воу-воу-воу-воу, не надо здесь погибать. Мы ведем пока, да, мы пока ведем. Что-то как-то начинал хорошо, закончил совсем хреновенько я. Ну, давай посмотрим, кто у нас MVP. Ну, явно не я. 100%. Тимми. Заслуженно, заслуженно. Не надо мне вот это вот ничего. Так. В бой. Давайте теперь посмотрим, что у нас такое за турнир. У нас 4 билета, один вход стоит один билетик. Твоя задача — набрать как можно больше турнирных очков за целую неделю. В этом режиме ты не получишь трофеи или сундуки. Чем выше лига, тем круче призы в результате. Ну давай глянем. Давай глянем. Это что, каждый вход мне придется тратить по билетику? Ну я думаю, что это несправедливо. У меня не хватит билетиков, ребят. Так, Куба, Кая. Причем все довольно такие, да? За 500-очку имеет кубков. Вот что я хотел вам сказать. Давай вот так вот пропишем.
прописал, блин. Так, они прут, прут на наших ребятулек. Я только сейчас понял, что у меня, ребята, не особо хороший урон. Но все-таки разнес я этого хлопчика. Куда он там полезет? Вот, он вылез, дурила. Отрикошетили мы, молодцы. Так, давай дальше. Опа, 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 опа. Готов. Так, ждем. Блин, по-моему, это, ребят, все-таки автоматически эти мины ставятся. Автомины было же написано, да? Значит, они автоматически ставятся. Зря, парнишка, ты подставился. Очень даже зря. Разнесли в хламину. Так. Куда они прут? Они бегут все ко мне сюда. А ну-ка, давай-ка мы тебя прочешем. Нифига, ребят, у меня медалек уже сколько. Так, ну радоваться рано пока еще. Давай-ка я вот здесь этого хлопчика поймаю. Нормуль. Так, а это что у нас тут? С фугасом он вышел. Иди отсюда, птичка. Я понял, где ты сидишь. Я тебя понял, я тебя проследил. Ну-ка, найдешь меня? Найдешь, будешь молодцом. На мину, ребята, он направился на мою. Ух, веселье начинается. Иди отсюда. Так, ребята, у меня уже аж прям горит все. В невидимости. Я горю в невидимости. О, вот этого птенчика надо поджарить. Уху, шик и блеск. Ребят, ну согласитесь, у меня пушка бомбит просто на такие охрененные расстояния. Так, где щегол? Прикрой меня, я тебя сейчас прикрою, блин. Я уже по этому поводу вам, кажется, ребята, объяснял. Охота оконченная. Ну, дальше посмотрим, кто у нас MVP. Тудунс, я еще и герой дня. Отлично, спасибо. И что дальше продолжить? Так, погоди-ка секунду. Они сказали, что я должен собрать как можно больше призовых очков. А вот это что такое? Собирай медали за победы в любом из режимов, чтобы открыть этот сундук. То есть мне нужен еще одна победка, да, и я получу сундук. А здесь собрать достаточно трофеев героя дня. Ребятулечки, красотулечки вы мои, давай. Да, ребят, кстати, вот смотрите, вы действительно были правы, что за один заход нужно тратить один билет. То есть у меня 3 билета всего лишь. Ну что, поехали. А что тут у нас? А, награды X2. X2. Эх, была не была, моя родная. Иду на удвоенный приз. 2x очков. То есть, блин, наверное, здесь надо делать немножко по-другому. Здесь нужно накопить билетов очень-очень много. И после этого только прыгать сюда. Наверное, у меня тут все будет по-ерундовому. Наверное, не уверен, ребят. Ну, проверим, короче, мы все это делаем. Ух, с напалмом-то. Готов, хлопчик. Так, дай-ка я вот этого прикрою. Ой, прикрою, разнесу, конечно же. Чуть-чуть не достал, да? Или мы ведем пока здесь, ребят. Угу. Вот это ты зря, парнишка. Автомины — это супер, я вам могу сказать точно. Они ставятся автоматически спустя какое-то определенное количество времени. И когда вражина за тобой охотится и попадает на них, это получается просто супер-пупер. Блин. Супер-пупер-убер-класс. Одним словом, вот так вот я вам хотел сказать. Куда он? Он, наверное, сюда выйдет, да? Хе-хе-хе. Чудик, тебе хана же. Нет, надо его... А, все, его поймали и без меня. Да что ж с моим наведением-то не так, а, ребят? Ну, бум, готов. Так, этого надо тоже разнести. Пидич. Слушай, это сладкое слово победа. Обожаю его, как всегда. Вот здесь этот хлопчик. Нет, убежал, гаденыш. Так, где они? Все тут разнесли, все деревья в хлам, все тут. Чертовой бабушки. Нет! А ведь мог же добить его, мог. Ну я... Вот, смотри, мина, ребят. Вот смотрите, если кто-то сейчас наедет, я хочу убедиться, сработает она или нет. Ну кто-нибудь хоть наедет, я хоть один. Хе-хе-хе. Да, ребят. А мина работает что? Оу, оу, щет. Пока тут воронил, ребята, чуть было не убили меня нечаянно. Фух. Повезло, крупно повезло просто-напросто. Так, ну где, где эти голубчики? Вот он, на дорожку.
Сладко-то как было, а? И вот этого тоже хлопчика, давай. Тихо, сейчас главное не шуткануть, не переборщить, ребят. Почему на мину не взрывается, а? Почему он не идет на мою мину, а, парни? Ладно, охота закончена. 30 против 11 побед. И я MVP. Так, ребят, я получил медаль, так ведь должно? Да, вот он мой долгожданный сундучок. А что это вот здесь такое, а, ребят? Так, пятый мир улучшим. 100 гемов. Так, показать. А где этот пятый мир? Или пятая карта? Не знаю, короче, ребят. Давайте открывать сундук какой-то такой гигантский. Ох ты, 148 золота я получаю. Плюс редкие колеса. Трицикл. Ага. О, парад гранат, ребят, я могу улучшить. Это шик. Так, мини-башня. И все. Ладно, хорошо, я не против. Я не возражаю. Знаю, что мне нужно улучшить мою вот эту вот, где она? Она же, да? Она родная. Так, плюс 17, да, будет к атаке. Юху! Слушайте, кластерная граната. А, суператака. Ага. А что она делает? Выпускает 3 заряда гранат, которые при взрыве разлетаются еще на 3. Знаете, кого мне напоминает? В Бравл Старс у нас есть такой кактусенок. Он бросает одну бомбочку, да? Она взрывается, и от нее разлетаются еще там разные осколочные, да? Здесь, походу, будет что-то типа того. Я думаю, что нам... Да погоди ты, елки-палки. Я думаю, что нам нужно это протестить. Так, ну что, у нас еще один билетик. Давайте мы его с вами потратим. С превеликим удовольствием. Ух. Слушайте, интересно, а что будет, если я вот с таким танком пойду на карту, где нужен... Должен выжить только один. На мировое господство, так скажем. Так, где я-то? Как всегда, блин. Слушай, они тут шкерятся. Они шкерятся, 100 пудов вам говорю. Ну-ка. Так, погоди, погоди. Что-то тут суетень такая, офигеть можно. А, суета просто несусветная, ребят. Опа. Я хочу сказать, что мы проигрываем здесь. С не очень большим счетом, но все-таки. Так, кластерная бомба у меня готова. Я ее, ребята, активировал. Что-нибудь... Вы поняли что-нибудь? Я ничего не понял. Я понял, что взорвалось все очень довольно быстро и легко. Где гад? Где-то гад. Я чувствую гада. Вон он, вон он. Нутром я его чувствовал. И не попал, да? И не попал, главное что. Тыч, 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 готов. Так, хлопчик, по-моему, тебя пора наказывать. Блин, наказал тоже мне. Ну иди сюда, тут бомба. Как раз для тебя, блин. Точнее, мина. Бомба, мина, какая разница. У-ху. Так, ребятули, не выеживаемся. Сидим на месте, спокойно. Дышим ровно. Подбили, отлично. Резаемся, резаемся, стоим, не трогаем. Никого пока не трогаем, ребят. Так, перекурчик вот здесь вот. Кластерную бомбу я заготовил. Сейчас буду выстреливать. Вы видели, да? В принципе, неплохо бомбит. Мы пока выигрываем. Пока выигрываем. Ё-моё, да как же можно было продинамить-то так? Черт подери. Ну, пока ничья. 3 секунды, ребятули, 3 секунды. Да, чё меня в конце-то в самом, блин, высунули? Так, до первой, ребята, победы, походу, где-то, да? До первого убийства. Тихо, 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 тихо. Не выёживаемся. Есть! Наша победа. Я захоркал. Чемергеса этого, ну... Но MVP не я, ну да ладно, ребята. Главное, что была все-таки сладкая победочка у нас. Козырно все вышло. Так, ну что, давайте попробуем в королевскую битву сыграть еще разок. Ой-ой-ой. Не знаю, как мне этим танком здесь рулить. Но знаю точно, что бомбить я буду здесь не по-детски. Кстати, да, мы же можем здесь ставить мины. Причем ставятся они, конечно же, рандомно. От меня ничего не зависит абсолютно. Он едет и сам выставляет эти... подожди, какого хрена ты начал стрелять-то? Эй, парнишка! Оп-оп-оп-оп!
Ага. Хорошо. Давай, я тебя здесь подожду. Ух. Ну что, пойдем проверим, где этот шелудивый пес. Его здесь нет, ребят. А кто по мне бомбит? Смотри. Кто-то по мне стреляет. Я не могу понять, кто. Так, зона, ребята. Черт, придется выходить отсюда. Выходить куда-то вдаль. Я даже не знаю, в какую даль. Кто там? Упс, ты понял, да? Ха-ха-ха, вон он, этот таракан ездит. У меня, ребят, здоровья там меньше будет, в разы. Упс. ХПшечку прихватил. Так, вон там, в принципе, неплохо было бы, ребят, турелечки вон тебе выиграть. Так, давай. Приголубили. Отлично. Опс, тихо-тихо, зона, ребят, зона, конечно же, зона. Ну что, будем пробовать. Сколько осталось? 3 игрока. Юху, я пошел собирать все это барахлишко. И у нас осталось двое. Ну что же, я постою здесь. Ну, кто кого? Есть! Слушайте, ну неплохой танк, я вам скажу. И очень довольно далеко у нас стреляет герой дня. Так, хорошо. Наконец-то, вот она, ребят, долгожданная победа. Я же говорил, что будет победа за мной. Я ее сделал. Ну, что же. Я очень доволен, ребята. Нам надо будет подождать, когда у нас откатится вот этот сундучок. Потом еще, конечно же, мы с вами должны вот этот, ну, это будет просто супер-пупер у нас сундук. И нам обязательно надо будет глянуть на него. Ну, а на сегодня, пожалуй-ка, и все, да? Да, пожалуй-ка, и все. Билетиков больше у нас и нету. Я даже не знаю, кстати, как их заработать-то, эти билеты. Ладно, время покажет. Ну, а с вами, как всегда, был Рэй. И мы с вами увидимся в ближайших видосиках. Всем пока, до скорого и удачи вам!